Игру слов не оценили. Арт-кафе в Первоуральске не на шутку обидело стражей порядка. Владельцы заведения назвали его весьма недвусмысленно «лежачий полицейский». Впрочем, выдумка местных кафе разозлила даже пожарных. Фантазию оценила Дарья Манохина. Из-за этой вывески первоуральские полицейские не могут спать спокойно. Недавно открывшееся арт-кафе, говорят, затронуло их честь. В названии уловили намек на нетрезвость людей в погонах. Спускать ситуацию на тормозах, что, собственно, и делают настоящие лежачие полицейские, правоохранители не стали. Руководство отдела МВД России по городу Первоуральску считает данное название некорректным, и в настоящее время юрисконсультом отдела готовится исковое заявление о защите деловой репутации отдела и органов внутренних дел в целом. Это кафе открылось в начале сентября. Помимо скандального названия, на его вывеске еще и красовалось изображение пьющего полицейского. Правда, когда в заведении начали наведываться правоохранители, не чтобы там посидеть, а со служебными заданиями, его работники спорный баннер сняли. С журналистами здесь общаться отказываются. И что вам сказало руководство сегодня? Что не будет общаться, пока само не разберется в ситуации. Увеселительное заведение теперь знает весь город. Горожане юмор поняли, но оценили его немногие. Некоторые даже обиделись за стражей порядка. Мы, может быть, и не очень плохо относимся, не очень уважаем, где-то критикуем. Ну, до такой степени. Полиция. Мне кажется, это просто оскорбление даже. Ну да. Если они, как говорится, себя культурно ведут, ну, само общество, кафе, работники и прочее, значит, ничего страшного, нормально все, по сути дела. Да чего она оскорбит их? Название есть название. Между тем, юристы такую ситуацию считают смехотворной. Доказать, что устойчивое выражение «лежачий полицейский» оскорбительно, практически нереально. Это сложно доказать, что имелось в виду именно российские полицейские. О том, что эти сведения порочат каким-то образом их деловую репутацию. И что полицейские, их права каким-то образом здесь нарушены. Конкретный полицейский, его никто не задевал, его фотографию никто в информационных материалах этого кафе не размещал. Поэтому шансов у него, я думаю, не будет. Это не первый подобный скандал в Первоуральске. По соседству с лежачим полицейским работает бар 01. На него тоже давно в обиде местные пожарные. Лозунги из серии «Зажигаем на вечеринках» огнеборцам не по нраву. Дарья Манохина, Ксения Башкирцева. Новости 41-го канала.